Несколько лет назад ученым университета Чалмерса, Гетеборг, Швеция, удалось создать чернила для 3D-принтера на основе древесного волокна. В настоящее время они разрабатывают новую смесь, аналогичную по структуре и качествам естественной древесине. Исходный материал смеси – гель на основе наноцеллюлозы, содержащий крошечные волокна, выделенные из древесины. В принципе, этот гель можно использовать для печати самых разных предметов, однако им не будет хватать пористости, прочности и ряда других качеств, присущих натуральной древесине. Проблему удалось решить путем добавления нового ингредиента, гемицеллюлозы, естественного компонента растительных клеток. Действуя как клей, гемицеллюлоза скрепляет и упрочняет волокна целлюлозы. Кроме того, ученые оцифровали генетический код натурального дерева, а затем ознакомили с ним 3D-принтер. В результате, они смогли точно контролировать расположение нановолокон в процессе печати простых предметов со структурой, аналогичной натуральному дереву. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.